Сегодня в городе Дергачи Харьковской области проходит всеукраинский турнир по пауэрлифтингу и жиму лежа «Характер». Эти соревнования становятся все более популярными, растет география турнира. В этот раз представлены западные области Украины, также помимо Киева, Одессы, Сум, в Харькова в значительной степени. Очень повысился уровень участников, большое количество рекордов Украины, как в жиме лежа, так и в отдельных движениях. Очень хочется поблагодарить ребят, которые здесь, в Дергачах, на местах развивают наш вид спорта. Без них бы не было ни этого турнира, ни большого количества сильных спортсменов, которые представляют Дергачевский район, секция силового троеборья «Характер», тренера Гелун Виктор, Покусай Андрей, Тавкан Василий подготовили замечательную сборную, которая принесла большое количество золотых медалей в копилку. Данный турнир является началом осенне-зимнего сезона. Далее у нас следует чемпионат Украины по подъему на бицепс, становой тяге и многоповторному жиму, который состоится 3 ноября, а также чемпионат Украины по пауэрлифтингу и жиму лежа, который будет заключением зимнего сезона и пройдет в городе Харьков в фитнес-клубе «Кинг» 6-7 декабря. Мы рады приветствовать в очередной раз всех на наших соревнованиях. Этот уже турнир по счету, он 7-й, ежегодный. Мы надеемся, что будет, как также он уже традиционный, будет проходить еще не один год. Мы хотим поблагодарить, конечно же, Федерацию РАВ 100% в лице Петра Тищенко за то, что он помогает нам. И наши, скажем так, начинания в этом плане всегда с ним вместе совпадают. И мы повышаем благодаря этому уровень в нашем районе. Сегодня приехали участники с разных концов Украины. Нам это приятно, что это проходит на Дергачевской земле. Конечно же, хочется поблагодарить наше руководство, главу Дергачевской районной рады, управление образования, культуры и туризма за то, что они нам тоже помогают в развитии. Сегодняшние соревнования для меня прошли очень удачно. Я установила рекорд в приседаниях 48-й категории и рекорд в сумме троеборья. Хочу поблагодарить тренера и организатора турнира Тищенко Петро за высокую организацию, очень хороший уровень подготовки, проведения соревнований, высокая конкуренция во всех весовых категориях. Петя на высшем уровне просто проводит соревнования. Также в планах дальнейшая подготовка к чемпионату Украины, который проведется в декабре, ну и к новым рекордам. Мы приезжаем каждый год к Пете. Он проводит соревнования очень высокого уровня, поэтому нам очень приятно, что он нас приглашает каждый раз. Сам я являюсь рекордсменом Украины в дисциплине жим-лежа, становая тяга. Вот. Работаем в этом направлении, развиваемся, получаем удовольствие. Желаю начинающим и действующим спортсменам прежде всего здоровья, без травм. И чтобы не боялись, выходили на помост, развивались.